Добрый день, Владимир Петрович. Добрый день. Рад видеть вас. Для начала представьтесь, пожалуйста, для тех зрителей, которые с вами еще не знакомы, те, которые не были на нашем экофесте весной. Я исполнительный директор Ассоциации «Возобновляемая энергетика» Беларуси. Той ассоциации, в которую входит и общество «Струнные технологии», который занимается вот технологиями Skyway. То есть Владимир Петрович Нестюк, правильно? Да, Владимир Петрович Нестюк. Как вам наша экспозиция на выставке «Инотранс 2016» в Берлине? Более-менее все, что мы успели с коллегами посмотреть пока, не так сильно впечатляет, кроме вот вашего стенда, потому что здесь действительно каждая технология, которая представлена, это инновационная технология. Нет повторения ничьих. Это все создано, в общем-то, вот вашим коллективом, создано вашей компанией. И поэтому оригинальность, во-первых, технических решений для транспорта, во-вторых, даже внешний вид самих будущих поездов будущего, да, вагонов будущего, он привлекает и показывает, что это действительно нечто неординарное. У них уже есть название «Юнибайки», и вот то, в чем мы сейчас с вами находимся, да, это «Юнибус». Как вам качество отделки, простор, инновационный пол? Мне кажется, что это значительно больше будет удовольствия, чем вот сейчас мы ехали в городском поезде в Берлине. Это действительно продумано все, это все без излишеств, это все функционально, это все технологично. И самое главное, что это все приятно, и это сделано для человека, который будет здесь перемещаться в этом транспорте. Владимир Петрович, вы человек, что греха таить, высокопоставленный, информированный. Кто ожидается из важных людей на нашем стенде? Мы здесь уже несколько дней с коллегой, и в течение этого времени мы смогли связаться с несколькими депутатами Бундестага, пригласили их по поручению Анатолия Эдуардовича. Мы сейчас согласуем окончательное время пребывания здесь представителей белорусского посольства в Германии. Их тоже это очень заинтересовало, потому что сегодня технологии будущего – это не только для решения транспортных и иных проблем. Это еще имиджевая составляющая страны, на территории которой такие технологии разрабатываются и внедряются. Это показатель того, что наша республика, она очень уверенно шагает в будущее не во втором ряду, а в первом, даже впереди пограничных застав. Поэтому мы общались с коллегами из Министерства экономики и энергетики Германии, которые тоже сюда должны подойти. Думается, что за эти дни с их помощью они привлекут специалистов, которым это будет интересно, ученых, разработчиков, технических специалистов, которые хотят посмотреть это, увидеть, потому что выставка очень большая, объемная. Если просто искать интересные моменты, не нацелившись на конкретный стенд, то можно потеряться. А мы постараемся сделать все, чтобы всех наших партнеров, коллег, которые здесь есть, помочь им найти этот стенд и показать то, что мы сюда привезли. Вы привезли, а мы вместе с вами. Спасибо вам большое, Владимир Петрович, за поддержку нашего проекта, за веру в него и за вашу помощь. Я очень рад сделать все, чтобы этот проект как можно быстрее был запущен, и чтобы весь мир увидел, что белорусский ученый, изобретатель, который много лет работает над своим детищем, показывает образец вот транспорта будущего. Спасибо. Спасибо вам.